что ж, никто ничего не видел. Позвонила пожилая женщина, которая выходила выносить мусор и наткнулась на труп. Тебе не кажется, что тут несколько странное положение тела? Так немного, ну, почти невозможно так упасть. Его сюда усадили намеренно. То есть ты хочешь сказать, что его убили не здесь? Да. Да, смотри. Евгений Вольский, топ-менеджер в консалтинговой фирме «Парус». Так, немного денег и… две банковские карточки на то же имя. Значит, Евгений Вольский был убит сегодня, я так думаю, около полуночи, и тело явно сюда перетащили. Посмотри, что я нашла, видишь? Это похоже на кусочек документа. Я вам скажу, работа с этим телом выбьет из колеи любого. Прям ящик Пандоры какой-то. Ну, рассказывай. Ну, начнем с того, что этот человек умер не от удара ножом, а от удара по голове тупым предметом. А нож для верности? Нож вонзили в тело спустя несколько часов после смерти. Ну, тогда не было столько много крови на груди. Верно. Но она там была, потому что ее туда налили. И кровь эта не человеческая, а свиная. То есть кто-то неумело скрывал следы преступления? Возможно. Или специально все так подстроил. Еще один момент. Вся одежда на трупе была на 2 размера меньше. Это не его одежда? Наверное, не его. Отпечатки пальцев по базе не проходят, адрес установить не удалось. Пока все. В общем, выход один. Мы звонили в эту фирму «Парус». В отделе кадров сказали, что Евгений Вольский у них числился. Ну что ж, туда мы съездим. Здравствуйте. Отдел 44. Я так понимаю, что что-то произошло с кем-то из наших сотрудников? Вы правильно понимаете. Евгений Вольский у вас работает? Да, в моем отделе. Сегодня утром мы нашли его труп, его убили. Вольского? Убили? За что? Мы не знаем, за что. Вы скажите нам, у него были враги? Да вы что? Вольский был мировой парень, он даже ни с кем никогда не ругался. Хорошо, а может быть, какие-то профессиональные интересы? Вольский работал на занимаемой должности 8 лет, ни на что не жаловался, он не был карьеристом, и на его место тоже никто не претендовал. Дело в том, что мы нашли клочок документа в его руке. Игорь Михайлович, здрасте. А вы заняты, да? Я не понял, это что, розыгрыш? В смысле? Вы о чем? Вот, знакомьтесь. Евгений Вольский, наш топ-менеджер. Давайте пройдем к вам в кабинет. У нас есть о чем поговорить. Пожалуйста, давайте. Проходите, пожалуйста. Понимаете, вот если бы вы сразу показали эту фотографию… А с чего вы вообще взяли, что это я? Мы нашли ваш бумажник, в котором были визитки и банковские карточки на ваше имя. Все ясно. 3 дня назад у меня украли мой кейс. Угу. Как это произошло? В кафе. Увели буквально из-под носа. Я отошел к кассе за дополнительным сахаром и даже не успел заметить, кто это был. А в кейсе был бумажник. Да, с карточками и визитками. Ну, карточки, понятное дело, я сразу же заблокировал. Правда, там были еще кое-какие документы по работе. Важные? К счастью, нет. Простые отчеты. Ну, все копии документов у меня есть в электронном виде, так что проблем не возникнет. А может быть, человек, который украл, хотел еще что-то у кого-то украсть, был замечен и при этом был убит? Да, может быть. Собственно, спасибо за информацию. Извините, что вас побеспокоили за эту нелепость. Чего бывает. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что ж, иди работай, покойничек. Спасибо, Игорь Михайлович. Ну что, есть какая-то информация по жертве? Есть. Я обнаружила, что жертве недавно делали операцию по удалению почки. Проверила медицинские записи, сопоставила и вот. Геннадий Гальцев, 38 лет. Я нашла все доступные данные, но их не густо. Давно в разводе, близких родственников нет, адрес неизвестен. Ну, а работа? Нынешнее место работы также неизвестно. Ну, работал он в логистической фирме «Гриф», но 7 месяцев назад был оттуда уволен. Ладно, особо цепляться все равно не за что, так что обсудим все, что у нас есть. Я так понимаю, Гальцева кто-то убивает ударом по голове, затем вонзает нож в тело, пытаясь запутать следы, и переодевает труп в чужую одежду. А также при нем был найден кошелек Евгения Вольского. Интересно, Гальцев этот кошелек стащил у Вольского в кафе или же ему его подбросили? Да не похож он на карманника. Как бы там ни было, у нас одна единственная зацепка – это фирма «Гриф». Ну что ж, в эту фирму и придется наведаться. Тебе говорил, что фура придет в четверг. Ну, задержали на один день. Так укажи это же отсчет! Хорошо. Сколько можно объяснять? Все, в следующий раз я укажу. Добрый день. Нам бы поговорить с начальником. Ну, я начальник. О чем хотите говорить? О вашем сотруднике, который был уволен около 6 месяцев назад. Гальцев. Геннадий Гальцев. Гальцев? Гальцев. Что-то не припомню. А, вспомнил. Так, Гальцев, о чем говорить? Абсолютно заурядный сотрудник, уволен по сокращению штата. Так вот, мы расследуем его убийство. Убийство? Это что, в пьяной драке? Мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали. Послушайте, у меня совершенно нет времени. Гальцев ничего из себя не представлял, поэтому его уволили. Все. Я о нем больше ничего не слышал. Всего хорошего. Это все неправда. Геннадий был одним из лучших работников. Все считали, что он со временем заменит Зиновьева. Вот как. Рассказывайте. Потом у Гальцева произошел конфликт с Зиновьевым. Расхождение видения работы фирмы. И Зиновьев его уволил. Подождите, а Геннадий не защищал свои права? Он несколько раз писал заявления в разные инстанции, но Зиновьев ему всячески мешал. Так чем все закончилось? Я не знаю, но неделю назад я слышал разговор Зиновьева с его ассистентом. Говорили, что в вопросе с Гальцевым пора ставить точку. Максим, а ну иди сюда! У тебя что, дел нет? Извините. Ну что, Вень, ты нарыл что-то про Зиновьева? Биографию его я проверил. Ничего подозрительного. Ну, никаких темных пятен. Послужной список хороший. Хотя, конечно, сотрудники говорят, что он самодур и вредный тип, но… Гораздо интереснее его ассистент Артем Клюев. 36 лет, имеет несколько приводов за бандитизм. Вообще у парня бурная была молодость. Я не думаю, что он исправился. Просто научился не попадаться. Ну, адрес его есть? Да, есть. Уже общались с его сожительницей. Она говорит, что Клюев вернулся под утро в очень хорошем настроении. А что он ей объяснил? Сказал, что… Все дела по работе он решил и добавил. Проблема была устранена. С этим Клюевым нам надо обязательно пообщаться. Артем Клюев? Это смотря кто спрашивает. Хотим поговорить о бывшем сотруднике вашей фирмы Геннадии Гальцеве. На ком? Бросьте. Совсем недавно Зиновьев дал вам задание разобраться с ним. Вам совершенно нечего мне предъявлять. Где вы были вчера ночью? Меня не было в городе. Я приехал на поезде в 7:40 утра. Можете проверить? Будьте здоровы. Конечно, сейчас им нечего предъявить. Но его алиби нужно очень тщательно проверить. Обязательно. Не нравится мне этот гусь. Не нравится. Работайте, господа агенты. Еще одно дело не раскрыли. Сейчас беремся за другое. Шеф так сказал, я тоже не в восторге. Поздравляю. Будем расследовать два убийства одновременно. Так, значит, по делу. У жертвы перерезано горло. Я думаю, что она мертва часов 10-12. Я не могу понять, почему она в таком наряде. Она что, на маскарад шла какой-то? Сейчас это называется тематическая вечеринка. Хотя, действительно, наряд очень странный. А ты мне скажи, пожалуйста, вот это случайно или так должно быть? Мне тоже это кажется странным. Виноградная лоза на теле жертвы, тем более зимой. Это более чем странно. Согласен. Слушай, а может быть, это послание какое-то? Только вот этого нам и не хватало. Доброе утро, коллеги. Есть новости? Да, шеф, новостей много. Начнем с алиби Клюева. Оно подтвердилось, Гальцева он убить не мог, потому как отсутствовал в городе. Так, это понятно. Ну а что по второй жертве? Личность установили? Да, установили. Стукова Алла, 34 года, не замужем, работала в швейном цеху. Кстати, установили по базе. По базе? У нее что, есть судимости? Нет, судимости нет, был привод. Лет 6 назад участвовала в пьяных разборках в кафе с потасовкой. Время смерти наступило вчера около 17:00. Причина смерти – потеря крови, ей перерезали сонную артерию. Ну а машину ее обнаружили? Машины у нее нет, проверили по документам. Скорее всего, тело было доставлено на парковку уже после убийства, которое произошло в другом месте. По всей видимости, оба трупа пойдут по одному и тому же делу. Скорее всего, это дело рук одного и того же человека. Кроме этих двух убийств, есть еще одно тело. Тоже интересно. Ну-ну, продолжай. На теле Гальцева я обнаружила минимальный остаток хлора и натриевой соли. Но я не придала этому значения. И очень зря, как оказалось. На теле Стуковой остаток этих веществ также имеется, но в несколько большем количестве. И вот, покопавшись в базе, мы обнаружили схожее преступление двухнедельной давности. Правда, оно ушло в другое ведомство. Там была задушена девушка. На ее теле также присутствуют эти вещества. И откуда эти вещества? Скорее всего, от препарата медихлор, который используют для дезинфекции помещений. При растворении в воде выделяется активный хлор. Есть версия. Действует серийный убийца. В момент убийства он держит жертв в помещении, которые проходят частую дезинфекцию. Но способ убийств, жертвы и все прочее совершенно разное. Странно все это. Через час все в комнате совещания. Итак, мы имеем три жертвы, которые по ряду улик объединены в одно дело и которые предположительно являются результатом действий одного маньяка. Тип жертв, места убийств, способ преступлений – все абсолютно разное. Совершенно верно. То есть фактически, кроме довольно распространенного вещества, найденного на телах, жертв ничего не объединяет? А тебя не смущает такое нарочитое обилие странностей во всех этих преступлениях? Тоже совпадение? Вот это и меня зацепило. Я вам скажу, что есть еще кое-что, что объединяет все эти три жертвы. Эти все убийства уже были. Итак, начнем по порядку. Душитель Ллойд убивал молодых брюнеток. Энри Холмс убивал разных людей фигурным ножом. Ну, а Джек Потрошитель, конечно, в комментариях не нуждается. То есть вы хотите сказать, что все эти жертвы имитация? Имитация работы других маньяков? Именно. И все эти маньяки орудовали в 19 веке. А возможно, убийца не просто подражает, а ищет подходящий для себя способ убийства. Интересно, что для своих имитаций убийца почему-то подбирал древних и малоизвестных маньяков. Ну, не считая, конечно, Джека Потрошителя. Он наверняка об этом много читает. И кому он будет подражать в следующий раз? И вопрос. Как и где он подбирает себе жертв? Для начала надо наведаться в швейный цех, там, где работала наша последняя жертва. Алла работала у нас закройщицей, можно сказать, довольно неплохой. Но в последнее время она была под угрозой увольнения. А почему? Выпивала много. Из-за этого были выговоры, прогулы. Начальник дал ей последний шанс. А как у нее было в личной жизни? Также муж бросил ее полгода назад, поэтому Алла жила в общежитии с котом. Скажите, какой у нее был круг общения? Ну, тут сложно сказать. Я никогда не была ее лучшей подругой. Мы, конечно, с ней общались, но не близко. Вообще, мне кажется, Алла близко ни с кем не общалась. А адрес в общежитии вы знаете? Я никогда не была у нее в гостях, поэтому я даже не знаю. Ну, ладно, мы не будем больше задерживать. Всего доброго. А, знаете, мне кажется, я знаю место, где Алла точно бывала часто. Это кафе «Штиль» в 3 кварталах от цеха. «Штиль», значит? Да, там мужчину угощали ее выпивкой, но дальше флирта у нее ничего не доходило. Алла не была проституткой. Ясно. Спасибо, до свидания. Вы нам очень помогли. И все будет как вампира Джо. Узнаете? Ну, узнаю. Частенько здесь бывает. Накидывается хорошо. Когда она была в последний раз? Дня 2-3 назад. Ушла с мужиком. Описать сможете его? Я его не разглядывал. А этих двоих? Эту не знаю, а вот мужик захаживал. 100 грамм дернет и валит. Не рассиживался. Видеонаблюдение ведется? Да, камера есть. Только сервак дешевый, поэтому в записи хранятся только последние 48 часов. Ну вот ту первую тетку с фото вы на записи можете еще застать. Останови. А это, похоже, тот мужчина, с которым Стукова из бара вышла. Интересно бы знать, кто он такой. Я знаю. Не знал, Игорь, что ты такой пугливый. Этот мужчина, с которым выходит Стукова, это Герман Гуров. 2 года назад он был подозреваемым в деле о 2 убийствах. Ну что, его не арестовали? Его отпустили за недостатком улик. Но убивал точно он. Его данные в базе есть, но адрес проживания неизвестен. Должен работать сторожем на складе. На складе, говоришь? Ну, склады – это хорошее место, чтобы удерживать жертву. Да. А еще склады проходят регулярную дезинфекцию. И, возможно, тем самым веществом, которое мы нашли на теле наших жертв. Ну, адрес склада есть. Господа, а вы куда? Герман Гуров. Вы кто такие? Нам необходимо проехать с нами. С вами? Ну, хорошо. А он может с нами поехать? Поздравляю, вы выиграли джекпот. Начальник, какого хрена я здесь делаю? Сейчас вы будете общаться со мной. А если я не хочу ни с кем общаться? А если вам придется со мной беседовать, так как вы подозреваетесь в убийстве? Что? В каком убийстве? Это Алла Стукова. Вы последний, с кем она общалась перед тем, как ее убили. Не, начальник, а при чем здесь я? Но вы же узнаете себя на фото? Нет, так я не отрицаю. Снял ее в кафе, угостил пивом, думал замутить с ней на 1 ночь. Ну, вы понимаете. Замутили? Да нет. Отшила меня. Как бухать за мой счет, так это пожалуйста. Потом вышли, погуляли по улице, и она в отказ. Типа, мне домой пора. Угу, вы разозлились и убили. Я же говорю, не убивал никого. Я послал ее к такой-то матери. Ну, потом пошел снова в кабак. На видео вас нет после того, как вы вышли из кафе «Штиль». На видео? А. Так я не в тот кабак пошел, я в другой пошел. «Прайд» называется. Там сидел еще часа 2. Бармен, может, меня запомнил. Ну хорошо, мы проверим. А пока будете здесь. Мы тут, каптан, в интернете прошерстили. В общем, детально изучали маньяков, которых имитировал наш убийца. Хотели проанализировать его возможный следующий выбор. На деле получилась полная неразбериха. Так, давайте все по порядку. А? Первая жертва. Убийца копирует душителя Ллойда, так как девушка подходит типажно, ее задушили, и рядом была найдена роза. И так было во всех случаях Ллойда, но в нашем деле есть несоответствие. Ллойд душил только летом, а не зимой. Ллойд душил ремнем, а не проволокой, и всегда тела прятал. Ну что, это настолько мелкие нюансы, что убийца просто мог их не учесть. Безусловно. Вторая жертва. Убийца подражает Генри Холмсу, который убивал мужчин фигурным ножом. И делал всегда это только в своей гостинице, и никогда на улице. Выбирал солидных мужчин и никого не подставлял. А у нашей жертвы были чужие документы. Ну вот опять не слишком заметный нюанс. Но... Третья жертва. Это имитация убийства Джека Потрошителя. Но кроме странного платья и виноградной ветки, тут вообще огромное несоответствие. Ни вспоротого живота, ни удаленных органов, ни послания. Так, стоп. К чему вы клоните? В общем, сдается нам, что убийца наш не профессионал, а просто об этих душегубах слышал косвенно. И он не изобретает свой стиль. Иначе бы выбирал только метод, а не весь антураж. Поэтому ночь похоже, что это игра. Он играет с нами. Убивает, накидывает кучу улик, ну и смотрит, как все происходит. В общем, мы думаем, что он считает себя как бы джокером. Ему важна не точность имитации маньяков, а результат нашей деятельности. Извините. Строго слушаю. Так. Что? Где? Понятно. Ну что? У нас еще один загадочный труп. Похоже, наш маньяк продолжает свою работу. Но это не Гуров, так как Гуров сидит сейчас как раз у нас. Этот маньяк работает на славу. Перестарался даже. Что он пытался изобразить? Куда я знаю? Так, по сути, смерть наступила около суток назад. А это что такое? Кус вампира, что ли, а? Угу. Вкус вампир. А это он специально круг нарисовал. Вот эта инсталляция, это как обряд изгнания. Ну, чтобы самим не стать вампиром. А можно по сути? А если по сути, это укол сильнодействующего яда. Тело сюда перенесли, документов при нем нет. Это все. Ну, хорошо. Я пойду поговорю с зеваками. Может, кто-то что-то слышал или видел. Ей-богу, не понимаю, что это за игры. Ну что, Анжелика, у тебя уже есть новости? Смерть наступила вчера около 11 часов от укола ртутью, поэтому он был такой бледный. И что, никаких новых улик? Понимаете, шеф, я вообще не вижу смысла анализировать весь этот маскарад. Все улики подложены. Он водит нас за нос. Да. Мы сейчас начнем решать, почему он был в пижаме и что это за вилка у него в руках. И уйдем вообще в другую степь. С этим, правда, не стоит возиться. Просто я подумала, может, есть какая-то характерная особенность. Не знаю, особенность ли это, но вскрытие показало, что этот человек довольно часто выпивал, а ел немного. Видишь ли, Анжелика, мы должны понять, по какому принципу он выбирал свои жертвы и где. Наши оперативники снова разговаривали с барменом из кафе «Штиль». Тот говорит, что нашей жертвы там не было. А я так понимаю, что первая жертва тоже. А значит, у нас очередная ложная зацепка. И получается, что? Снова ничего. Но на одну мысль ты меня все-таки натолкнула. Да? Я рада. Хм. Вот что, мне нужны отчеты всех вскрытий, включая последнюю. И через час хочу всех видеть в комнате для совещания. Хорошо. Николай Алексеевич, я проверил все, как вы просили. Ну, ты выступать будешь сейчас. Прошу. Собственно, как вы обратили внимание, все жертвы на момент убийства были в достаточно плачевном финансовом состоянии. Это да. Почти все из них выпивали, а у некоторых были признаки недоедания и неухоженности. Да, я перепроверил их биографии. Каждый из них, волей случая, оказался в результате на дне. Они почти все были без работы. Фактически в статусе бомжей. Ну что, таким образом, наконец, у нас появляется связь. Все жертвы малоимущие? Верно. А так как убийца не изучал перед тем, как выбирать свои жертвы, их биографии, то получается, что он должен был быть там, где они все собираются. Ну, таких мест в городе полно. А может быть, пообщаться с социальной службой? Вот этим и займитесь. Скажите, а к вам приходят люди без средств существования, правильно? Ну, естественно. Постоянно. Это же часть моей работы. И что они могут от вас получить? Ну, как что? Некоторые лекарства, временный кров. Ну, и за едой приходят. В основном за едой. Еда. Значит, вы имеете в виду социальные столовые, так? Ну, конечно. Не свои же домашние бутерброды я им раздаю. Принесли бумагу, показали, получили доступ к столовой. А что это за бумажки? Ну, это бумажка, это свидетельство, подтверждающее, что вы малоимущий. Угу. Естественно, эти бумажки находятся у вас, правильно? Ну да, но я вам их не покажу. Без соответствующего разрешения. Иван Никифорович, пусть все подпишет, и потом придете, будете здесь копаться, сколько вы хотите. Но не сегодня. Сегодня уже рабочий день закончен. Я ухожу. Все. Хорошо. Я думаю, что Черных быстрее разберется. Я тоже так думаю. До свидания. Хорошего выхода. Ну что у тебя? Заканчиваю, но пришлось повозиться. Да уж, наши социальные работники – люди специфические, с ними сложно договориться. Особенно, когда у них рабочий день заканчивается или обед. Любой поход в социальную службу или ЖЭК для меня – это целый стресс. Слушай, только не говори, что ты ходишь в ЖЭК. Я думал, у тебя все через компьютер делается. Ну, за квартиру платить я уже не хожу, но есть вещи, которые из дома не сделаешь. Ладно, давай к делу. Ну, что к делу? У нас есть несколько столовых для бомжей, ну, то есть малоимущих. Одна из них самая крупная. Сейчас вот как раз заканчивается проверка. Угу. Есть. Хм. Слушай, все совпали. То есть? Документы всех жертв проходят через одну службу. Все они закреплены за одной столовой. Улица Садовая, 16. Вот оно как. Значит, убийца выбирает своих жертв в столовой для малоимущих? Да. Видимо, он тоже туда ходит. Здравствуйте. Добрый день. Это вы мне звонили? Да. Отдел 44, Алла Германова. Я Павел Алымов, член волонтерской организации «Сияние» и куратор столовой. Что вы хотели? Давайте присядем. Да, спасибо. Понимаете, мы расследуем очень странное дело. Кто-то убивает людей, которые ходят к вам в столовую. Какой кошмар творится в этом мире. Этим людям и так в жизни сладко пришлось, а тут еще… Скажите, а кого-нибудь странного или такого подозрительного не замечали? Столовая принимает до 100 человек в день. Я не могу выделить кого-то подозрительного. Люди ходят сюда разные. А эти люди между собой общаются? Ну, конечно. Каждый по-своему. Кто-то молча ест и уходит, кто-то знакомится с другими. Ну, а конфликты у них были какие-нибудь? Так, по мелочам. У нас выпивка табу. Но, сами понимаете, не все всегда соблюдают правила. Хорошо. Списки всех тех, кто посещает вашу столовую, есть? Да, конечно. Я также могу вам предоставить копии документов волонтеров, которые здесь работают. Могу отправить вам по электронному адресу, если вам так будет удобно. Отлично, да. Я вам сейчас оставлю мою визитку, и здесь адрес. А, прекрасно. Ну что ж, спасибо. До свидания. Да, пожалуйста. А скажите, вы пользуетесь мидихлором для дезинфекции? Да, обязательно. Сюда ведь и бомжи ходят. Поэтому каждый вечер после закрытия столовую дезинфицируют. Николай Алексеевич, разрешите, у меня важная информация. Заходи, раз важная. Пока все это додело, я начал проверять людей по документам, которые нам Алимов дал, волонтер. Начал я с персонала. Ну, я подумал, посетители постоянно меняются, а персонал один и тот же. Тем более, их гораздо меньше. Ну что, логично. И кто тебя заинтересовал? Не просто заинтересовал, а очень заинтересовал. Человек, который стоит на раздаче, Юрий Нестеров. Что с ним не так? Он отсидел 7 лет за убийство. Причем дали ему 10, но он вышел по УДО. Самое интересное, что сел он по косвенным уликам. Адвокат плохо сработал. Ну, и это тоже. И следствие было проведено безалаберно. Он заявлял журналистам, что невиновен. Но потом, я так понимаю, что на каждом углу еще и кричал, что 7 лет просидел ни за что. Он заявлял о том, что пара липовых улик могут кинуть тень на абсолютно невиновного человека. Понимаете, о чем это говорит? Уж не решил ли Нестеров показать всем, что можно завести следствие в тупик, подбросив на труп подложные улики, а? Вот я подумал. Он может убивать посетителей столовой и делать маскарад. Ну, для того, чтобы запутать следствие. Так. Столовая работает до 7. У нас еще есть 40 минут. Немедленно. Пусть оперативники поедут туда и поговорят с ним. На, забери с собой. Что ты, что ты, что ты? Не бойся, не бойся. Не бойся, я сказал. Ну, все будет хорошо. Ты у нас будешь жертвой маньяка из веб-сайта. Вот видишь? Стоять. Он очень любил рыжих девушек. Все, пора начинать. Ты что? Черт! Давай, вставай, руки держи. Ну что ж. Я думаю, не стоит ходить вокруг да около. Вам рассказывать, что у нас на вас есть или не надо? Можете рассказать. Ладно. В вашей подсобке были найдены некоторые вещи жертв. А также распечатки из интернета об этих серийных убийцах, которых вы копировали. Понятно. Ни на один из вечеров, в которых было совершено преступление, алиби у вас нет. Ну и самое последнее. Вас застали при попытке совершения следующего преступления. Да тут на несколько дел хватит, правда? Да. Можно под шумок еще кого-нибудь засадить. Это вы о чем? Ну, меня же упрятали в свое время. За что? Я понимаю, нужно было выполнять план. Это хорошая практика. Трактовать улики по-своему. Ну, это не так. Да ладно вам! Все говорил о том, что я не виновен. А следствие решило по-своему. В итоге 7 лет. Ни за что. Ладно, сейчас мы с вами говорим не о том старом деле. Мы говорим о этих 5 жертвах, которых вы убили. Удивительно. Я столько левых улик вам подсунул. Даже больше, чем в настоящих делах тех убийц. А вы все равно вышли на меня. Они только подкидывали нам левые улики. Вы еще и копировали этих убийц. Вот интересно, зачем? Потому что в моем деле все подогнали под один шаблон. Все время было слышно В деле того-то было так-то, а в деле того-то было то-то. Я просто хотел показать, что нельзя всех мерить одним мерилом, что одни и те же улики можно трактовать как угодно. Но не таким же способом. Почему? Почему все следователи не работали так же добросовестно? Эти 5 жертв на их совести. На их совести. Ни в чем не виноват. Да, действительно, в старом деле Нестерова допущен целый ряд очень грубых ошибок. Он, бедняга, отсидел ни за что. Да, я узнал фамилии следователей из того дела. С ними будет проведено очень серьезное разбирательство. 7 лет тюрьмы, конечно, очень сильно подкосили нервную систему этого Нестерова. И уже выйдя на свободу, он имел четкую навязчивую идею – отомстить. Вот только это не совсем получилось. Он не отомстил тем людям, а убил невиновных. Это да. Ну, в навязчивых идеях, как вы знаете, логики нет. Он просто хотел доказать всем, что очень легко спутать всем карты. Ну, а если еще подбросить несколько фальшивых улик? К тому же он имитировал старые преступления, ну, чтобы подчеркнуть шаблонность мышления следствия. Да. И если бы он так не честился теми убийствами, то мог бы серьезно подставить невиновных. А так эта спешка, по сути, спасла тех, у кого не было алиби. Ну, мне кажется, он думал, что никто не свяжет эти преступления в одно дело. И будут искать разных людей. По словам Нестерова, он выбирал в жертвы тех людей, которым нечего было терять. Я думаю, что таким образом он пытался оправдать свои действия. Ну да, а одежду, в которую он потом одевал трупы, он брал на складе старых пожитков. То, что случилось с ним 7 лет назад, бесспорно ужасно. Но никак не оправдывает его последующих действий. Даже если ему отнимут те 7 лет, которые он незаслуженно провел в заключении, из тюрьмы он уже не выйдет никогда. Морозова все время, которое встречалась с Филимоновым, помогала ему финансово. Потом с деньгами стало худо, и она рассказала ему о долге, который должны вернуть ее мужу. И что, назвала сумму? Да, видимо, хотела впечатлить любовника. Вы знаете, у нее это получилось. Филимонов убедил ее, что сможет выкрасть эту сумму денег, и они уедут в горы, оставив надоевшего мужа. Да, Филимонов еще тот жигла. Но гениальный план не удался. У Халяевых денег не оказалось. Филимонов смекнул, что рано или поздно будет известно, кто и кому рассказал об этом долге. Потому убил пару, ну а нож подбросил Морозову. А он выпивал с Морозовым в баре? Да, напоил его до беспамятства и отвез в гараж. Ну, в общем-то, все. И в итоге мы имеем 2 трупа, 1 пожизненное заключение и 1 гарантированный развод. И все это из-за денег, которых не было. Доброе утро. А чего, окно открыто? Хотите нас заморозить? Оно уже было открыто, шеф. Возможно, уборщица оставила. Так закройте, или вы самостоятельно не работаете? Где Ищук? Его еще не было, шеф. Прекрасно. Сегодня дедлайн по отчету. Он же вроде обещал остаться на ночь при необходимости. Где он? Черт. говорите, что Илья Ищук работал ночью в офисе, правильно? Да, он готовил очень важный отчет по оптимизации работы фирмы. Должен был сегодня предоставить. Скажите, какие у него были отношения с коллегами? Хорошие, насколько я знаю. Приятный был парень. А вы, как начальник, как можете его характеризовать? Немного рассеянный, но ответственный и трудолюбивый. Прошу прощения, Денис Викторович, вот то, что вы просили. Вот отчет службы охраны. Вчера в 22:00 кто-то отключил камеры, сломав щиток серверной на заднем дворе. Значит, получается, что охранник ремонтников вызвал на 22:15, а в 23:10 камеры уже работали. Какой-то бред. Большое вам спасибо, и если вы нам понадобитесь, мы вас найдем. Спасибо. Значит, покушение произошло между 10 и 11 часами вечера. Да, это подтверждает испорченные камеры. Мы несли несколько ножевых ранений и спрятали в шкаф. Значит, я думаю так. Кто-то знал, что он ночью будет работать в офисе, вырубил камеры и напал на них. Именно. Я пошла за медиком. Давай. Ты же не надеешься увидеть в его глазу отражение лица убийцы? Игорь, не смеши меня. Возможность посмертного сохранения внешних предметов на сетчатке глаза, то есть фотография, это миф. Так, давайте по делу. У убитого в глазу лопнул сосуд. И что это может означать? Пока не знаю. Возможно, просто последствия переутомления, долгой работы за компьютером. Так, причина смерти. Ножевые ранения. Ему нанесли 3 удара. Один из них пришелся прямо в сердце. А это, кстати, тоже могло стать причиной кровоизлияния в глаз. Смерть наступила в период с 22 до 23:00? Да, все верно. Есть еще один момент. Кровоизлияние в глазное яблоко могло произойти еще из-за резкого скачка давления и адреналина. Другими словами, страха. Страха? Да, судя по положению тела в шкафу и распределению крови, жертва находилась в момент нападения как раз внутри. Он прятался? Наверное. Он увидел приближение убийцы, но тут его нашел и убил прямо в шкафу. Мой муж был таким открытым, таким добрым человеком. Кто мог такое сделать? Скажите, а у вашего мужа были враги? Враги? Я не знаю. Илья был очень тихим, спокойным. Ладил со всеми на работе. Я не знала. Подумайте, пожалуйста, может быть, это ссоры с соседями, старый долг, хоть что-нибудь? Ой, простите, у меня просто раскалывается голова. Извините. Кристина, расскажите, как прошел вчерашний вечер. Вчера мы с мамой были дома. У нас в гостях был мой парень. Около 9 вечера позвонил папа и сказал, что домой не придет. Ничего необычного, подозрительного. Все как всегда? Абсолютно. Он был, как всегда, веселый. Сказал, домучает отчет, выступит, а потом и пару выходных возьмет. Это все? Да, он спросил, как у нас дела, и мы попрощались. Ближе к 11 мой парень уехал домой, а я легла спать. Ну, а потом... Ну что ж, спасибо. Мы, наверное, пойдем. Не будем вам больше докучать. Держитесь. Всего доброго. До свидания. Ну, вот так у тебя враги и появляются. Враги? Ты о чем? Да вот проверяла работу Ищука. Если раньше врагов у него не было, как жена считала, то сейчас вполне могли появиться. А что так? Взгляните. Отчет по оптимизации работы компании. Компания переживает не самые лучшие времена. Отчет подразумевал сокращение целого отдела компании. Люди могли лишиться работы? Вполне. А в кризисное время это не очень хорошая новость. А из отдела, который попадал под сокращение, кто-то мог знать об отчете? Так. Ну вот, топ-менеджеры Артур Лымарь, Борис Юров. Данные на них я оперативникам переслал. Отлично. Ну что, это первая ниточка, ее нужно тщательно отработать. Артур Лымарь. Я за кофе заплатил. Мы тут по другому вопросу. Мы по поводу вашего коллеги Ильи Ищука. А что по поводу Ищука? Я же не секретарша из отдела кадров. Вы знаете, что с ним произошло? Все знают. Его убили. Только вот чем я вас заинтересовал. Знаете, дело вот в чем. У вас был мотив для убийства. Ведь его отчет мог лишить вас работы. Это не шутка. Да я же мухи не обижу. Я же добряк-весельчак. Посмотрите, разве такие милашки могут быть убийцами? Джон Уэйн Гейси, убивший 33 подростка, работал клоуном на детских праздниках. Да вы вообще уже? Да я давно знал об этом сокращении, и поэтому 2 недели веду переговоры с другой фирмой. И они меня берут. Как называется эта фирма? «Щукин и сыновья». Можете проверить. Я хороший специалист, и поэтому без работы не останусь, несмотря ни на какие отчеты. Вы мне лучше скажите, где вы были вчера с 10 до 11 вечера? Дома. С женой и детьми. А еще и теща приехала. Вот можете у нее спросить. Вот в этом вы не сомневаетесь. Разрешите, шеф? Да, проходи. Садись. Слушаю. Алиби Артура Лымаря подтвердилось, он сказал нам правду. Ясно. Ну а что со вторым подозреваемым? С Юровым? Юров 3 дня назад в отделе кадров запрашивал домашний адрес Ищука. А зачем? Неизвестно, но странно, правда? Они из разных отделов и практически не знакомы. Да, странно. Рабочие моменты ведь можно и в офисе решить, если таковые имеются. К тому же сотрудники говорят, что Юров очень вспыльчивый и обидчивый парень, с ним не очень любят общаться. Ну, хорошо. Пусть наши поедут в офис компании и поговорят с ним. Нет необходимости. Юров сегодня утром на работу не вышел. Позвонил шефу, сказал, что попал в больницу. Вот какая причина? Перелом ноги. А утром в комнате, где нашли тело, было открыто окно, хотя его обычно всегда закрывают. 2-й этаж. Преступник мог спокойно выпрыгнуть в окно. И сломать себе ногу. Это вполне реально. А в какой он больнице? В 7-й, на Садовой. Ну что, придется проведать. Вечером у вас процедуры. Не забудьте, пожалуйста. Вечер. Что-то забыли, красавица? Нет, нет, все при мне, спасибо. А вы кто такие? Здрасте. Здравствуйте. Мы к вам по поводу убийства Ильи Ищука. А, да, очень жаль. Даже не представляю, как такое могло произойти. Вот вы нам сейчас и расскажете, как это все могло произойти. Это же вы могли потерять работу из-за его отчета. Я Что? Да я сам в шоке. А кто вам дал такое право? Я что, по-вашему, похож на убийцу? Ну вот опять. Никак не могу понять этого термина «похож на убийцу». Как вообще выглядит убийца, по-вашему, а? Я не знаю, как выглядит убийца. Но послушайте, я ценный сотрудник. Меня абсолютно не пугал отчет Ищука. я все равно бы остался в этой компании. Хорошо, тогда скажите, где вы были вчера вечером? Ну, я был в стрип-баре с приятелем. И как оказались здесь? Перебрали немного, вот я и упал с лестницы. Эту картину наблюдало много человек, можете их расспросить. А зачем вы тогда искали домашний адрес Ищука в отделе кадров, а? Понимаете, я хотел с ним переговорить, ну, в неофициальной обстановке, по поводу оптимизации. Кстати, жена тоже в курсе. Хорошо, мы это уточним. Вы не туда смотрите. Вот как? Вы бы лучше обратили внимание на этого парня. Какого парня? Я не знаю, как его имя, но это парень дочери Ищука, Кристины. У них неделю назад с Ильей была крепкая ссора в коридоре офиса. Так, по какому поводу? Не знаю, по поводу денег, наверное. Ищук взял бедолагу за ворот и тряс им, как погремухой. Хорошо. Спасибо вам за информацию. Алиби Бориса Юрова подтвердилось. Он действительно полночи провел в стрип-баре с другом. А из стрип-бара прямо на больничную койку. Так. Получается, что алиби есть у всех подозреваемых с работы. А это значит, что преступление могло иметь не рабочий, а личный характер. Да. Давайте перейдем к следующему фигуранту. Это Игорь Сухов, парень Кристины, дочери жертвы. А что с ним не так? Несколько свидетелей говорило, что в офисе между Суховым и Ищуком произошел серьезный конфликт, который чуть не привел к драке. Ему 20 лет, он из простой семьи. В институт не поступил, занимается спортом, плаванием. К тому же приводов нет. Репутация, так сказать, без темных пятен. Да, и самое главное, на момент нападения Ищука у него алиби. Он находился в гостях у Кристины. Вера Ищук это подтверждает. Я не понимаю, зачем мы его рассматриваем. Алиби у него есть, репутация хорошая. Ну, знаешь, как бы там ни было, конфликт был, значит, мы должны его проверить. Может, это нам ничего не даст, а может, приведет к другой ниточке. К тому же других подозреваемых у нас пока нет. Можно узнать, в свете чего вас заинтересовал мой сын? Ну, вы же знаете, что в понедельник поздно вечером был убит Илья Ищук. Это отец невесты вашего сына. Да, да, я знаю, ужасная трагедия. Но все же, почему он вас заинтересовал? Вы что, подозреваете его в чем-то? Понимаете, мы расследуем убийство. И опрашиваем всех, кто хоть как-то был связан с жертвой. Поэтому хотели бы поговорить с вашим сыном. Но сейчас это не получится. Игорь уехал. Уехал на тренировочные сборы. Это олимпийская база за городом. А как давно он уехал? Ну, в понедельник днем они уехали. А вы говорите, что Ищука убили в понедельник вечером, верно? Погодите, а по нашим данным, в понедельник вечером он был в гостях у своей девушки и ее матери. Нет, нет, этого не может быть. Игорь все утро собирался на сборы. Около 2 часов дня они уехали. У вас неверная информация. Хорошо, мы проверим. А скажите, пожалуйста, какие были отношения у вашего сына с Ищуком? Ох, Илья этот. Ладно, о покойных или хорошо, или никак. Но слишком много он о себе мнил. Вот что я вам скажу. То есть они между собой не ладили? Илья считал Игоря непарой для своей дочери. Мол, и без денег, и без образования, и вообще тупой спортсмен без перспектив. Да, это неприятно. Без перспектив. Да Игорь взял серебро на чемпионате Европы, готовился к Олимпиаде. Да у самого Ищука и близко таких достижений не было. Извините, что вас побеспокоили, но все же, когда приедет ваш сын? Через месяц. Разрешите? Да. Шеф, я с новостями, у нас здесь путаница образовалась. Ну, весь внимание. Я звонил в бассейн, в котором тренируются пловцы. Мне подтвердили, что группа выехала на Олимпийскую базу в понедельник в 23:00. Да. Ну, значит, не днем, как думала мама Сухова. Да, Сухов уехал из дому еще в 14:00. Но если команда уехала на сбор в 23:00, получается, что он мог находиться все это время в гостях у Ищуков, как показала его девушка Кристина. А вот здесь самое интересное. На Южном мосту есть камеры наблюдения, которые фиксируют водителей за превышение скорости. Что ты хочешь сказать, это Сухов? Это Сухов. На мотоцикле. В 21:20 камеры наблюдения зафиксировали его за превышение скорости. А значит, он не был у Ищуков до 23:00. Получается, он уехал от них еще до убийства Ищука? Если он вообще у них был. Да. Ну тогда копаем дальше. И вопросы у нас такие. Почему Сухов уехал из дома так рано? Второй вопрос. Почему Кристина солгала нам, сказав, что Сухов был у них до 23:00? И где он реально был с 22 до 23? Кристина? Здравствуйте. Кристина, ну буквально на 2 минуты, хорошо? Да, пожалуйста. У вас есть новости? Ну, можно и так сказать, но я бы хотела задать вам прямой вопрос. Зачем вы нам солгали, что Игорь был у вас до 23? Я вам… Кристина, дача ложных показаний чревата последствиями. Он был у вас? Когда ушел? Около 8:30. Мы хотели просто время вместе провести перед тем, как он едет на месяц на сборы. Вот. Поэтому он и из дому ушел еще днем. И сразу пошел к вам? Да, мы… Погуляли, сходили в кино, вечером пришли домой. Мама тоже была, чаю попили. Почему вы нам солгали и сказали, что он ушел в 23:00? Ну, поймите, он не убивал, это точно. Я уверена, ну, просто я испугалась. Вы испугались того, что он мог его убить, да? Потому что ваш отец не ладил с вашим парнем. Все так. Они просто все время жутко ругались. Папа был против нашей свадьбы, вот. Но не убивал, это точно, я уверена. Хорошо, Кристина. Можете идти. Спасибо. Ну что, боялась, что мог убить, или знала, что убил? Вот в чем вопрос. То есть причина конфликта в том, что Ищук просто хотел более удачной партии для дочери? Да, но не устраивал его спортсмен без образования. Видимо, хотел он сына Билла Гейтса. Сыну Билла Гейтса 16 лет? Да я образно сказал. Понятно. Да, вот мне интересно, что же вызвало такую бурю ярости у Ищука, когда Сухов пришел к нему в офис? Ну, возможно, Сухов просто поставил его перед фактом свадьбы, и все. В смысле? У Сухова и Кристины Ищук уже почти год, как забронирована дата в ЗАГСе. Да ладно, серьезно? Да, и думаю, они собирались пожениться, несмотря ни на какие запреты отца. И дата свадьбы, кстати, уже на подходе почти через месяц. Так, значит, Сухов приходит в офис, ставит перед фактом Ищука. Прямо Ромео и Джульетта. Ага. У Ромео и Джульетты конфликты на другой почве. Там вражда семей и так далее. Веня, ты такой нудный. Это же просто аналогии. Слушай, у тебя такие аналогии. Ты мне их портишь. Чернык, ты выяснил, куда именно уехали пловцы на сборы? Так точно. Вот тренировочная база Олимпийского резерва. 110 километров от города. Ну, отлично. Тогда отправим наших в небольшую поездку. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, красавица, в каком номере поселился Игорь Сухов? Извините, я не могу вам дать такой информации. Ну, мы же не просто так спрашиваем. Пожалуйста. Ничего себе! Вы что, настоящие агенты? Да, самые что ни на есть. Ой, а можно с вами сфотографироваться? Сфотографироваться? Ну да, ну сейчас быстренько селфи сделаем. Улыбайтесь. Ой, ну класс. Так что насчет Сухова? А, да, сейчас. Значит, Игорь Сухов. Вот, заехал в 2 часа ночи, номер 308. В 2? Не в полночь со всей группой? Нет, он приехал отдельно на мотоцикле спустя 2 часа после их приезда. Хорошо, спасибо. А он сейчас у тебя в номере? Нет, ключ сдан. Они в бассейне, кажется. Это напротив здания. Хорошо, спасибо. До свидания. Шеф, тут интересный момент обнаружился. Да, слушаю, присаживайся. Я закончила работу с телом Ищука и обнаружила на теле следы крови 2 разных групп. 2 группы? Да. Одна принадлежит самому Ищуку, а вторая неизвестного. Ее следы в основном находятся под ногтями и на ладонях убитого. Ну, возможно, Ищук пытался отбиваться или просто защищался, потому ранил убийцу. Анализы показывают, что этот человек болен неврофиброматозом. Поясни. Наследственное заболевание, при котором человек страдает частым образованием опухолей. Это уже интереснее, но? Это в половине случаев заболевание является наследственным, а в остальном результат спонтанной мутации. А есть внешние проявления? Ну, конечно. Обязательная симптоматика – наличие темных пигментных пятен на теле. Так, ну что, нужно провести осмотр этого Игоря Сухова. Я позвоню оперативникам. А также спросить у матери Сухова, есть ли у них в семье это заболевание. Игорь Сухов? Меня напугали. Повернитесь, покажите спину, пожалуйста. Зачем? Делайте, что вам говорят. Никаких пигментных пятен. Каких пятен? Я думаю, вы знаете, почему мы здесь. Ваша девушка должна была сказать, что мы вами заинтересовались. Да, я в курсе. Она сказала, что вы подозреваете меня в убийстве ее отца. Нам нужно с вами поговорить, так что собирайтесь, поедем. Ну и если вы не будете сопротивляться, это вам сочтется, я вам обещаю. Я не буду сопротивляться. Я его не убивал. Хорошо, у вас есть 10 минут. Одевайтесь. Да, у меня с Ильей не заладилось. Он мне не особо нравился, а я ему не нравился совсем. Но я его не убивал. Он был против вашей свадьбы? Был против. Вы бы слышали, как он меня называл. Да, я из простой семьи. Отец ушел. Денег не густо. Ну так у меня все впереди. В офисе у вас произошел с ним конфликт. На какой почве? Мы с Кристиной собирались пожениться. Вот и дата свадьбы подходила. Так, и вы поставили тестя перед фактом? Не совсем. Я сначала хотел по-человечески. Говорю, давайте все забудем. Я буду хорошим мужем, заботливым. Ну, а он ни в какую. Типа, какая свадьба, иди учись, ты... прочая лабуда. И тогда вы сказали о дате в ЗАГСе. Ну да. Говорю, вы как хотите, а мы 12-го поженимся. Так он и психанул, я думаю, у него глаза лопнут. Вот, а теперь давайте к самому главному. Где вы были в понедельник с 22 до 23:00? Только учтите, что мы знаем, от Ищукова вы уехали в 20:30. Делами занимался. Я уезжаю на месяц, а режим у нас строгий, вырваться не получилось бы. Например, что за дела? Купил шапку и очки, заехал к приятелю мотоцикл заправить. Да и смысл было со всеми в автобусе трястись. Ну что, Игорь, думаю я, что вы парень неплохой. Только у вас алиби нет, а мотив есть. Так что побудете здесь, а потом будем думать, что с вами делать. Звала? Да, Овенчикова, у меня к тебе просьба. Можешь проверить быстренько вот эти данные? Да, не вопрос. Спасибо. Анжелика? Да. Ну что, ты закончила с анализом крови Сухова? Да. Неврофиброматоза у него нет. Нет? И мать Сухова подтверждает, что в семье у них никто не страдал этой болезнью. Ну, повторюсь, наследственность дает только 50%. Что же получается? Сухов не имеет никакого отношения к нападению на Ищука? Выходит, что так. А я-то думал… Держи, все подтвердилось. Спасибо. Что подтвердилось? Это данные по медкарте Кристины Ищук. Я Веню просила их проверить. У Кристины неврофиброматоз. Здравствуйте. 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 Признаться, я опаздываю на работу. У вас есть новости? У нас пару вопросов. Можем пройти? Да, конечно, проходите. Благодарю. Опять вопросы. Но мы ведь уже все обсудили. Вы думаете, я могу что-то еще вам рассказать? Мы узнали, что ваш муж был категорически против свадьбы Кристины и ее жениха Игоря, верно? Да, он был против. Но я пыталась мужу объяснить, что у ребят все серьезно, и эта свадьба неизбежна. А вам не кажется, что его смерть во многом развязывает руки влюбленным? Что вы имеете в виду? Что Игорь убил моего мужа, чтобы тот не мешал счастью влюбленных? Нет. По определенным данным, Игорь не мог этого сделать. Ну вот. И о чем тогда разговор? Как насчет вашей дочери? Что насчет моей дочери? Где была ваша дочь в понедельник вечером? Дома? Вы что, с ума сошли? Вы хотите сказать, что дочь убила отца? Это просто бред! Возможно, свадьба – это не единственное, что ваш муж ей запрещал. Дело в том, что мы не знаем, какие у них были отношения, но у нас есть улики. Послушайте, она была дома. Дома, рядом со мной, я вам клянусь. Около 11 вечера она пошла вынести мусор, мусоропровод. Там в коридоре поговорила с соседкой. Вы успокойтесь, пожалуйста. Мы должны проверить все версии. Вы просто перегибаете палку, вам не кажется? У вашей дочери есть неврофиброматоз? Какое это имеет отношение к делу? Послушайте, я спешу на работу. Я не хочу больше отвечать на ваши вопросы. И, пожалуйста, не смейте подходить к моей дочери. До свидания. До свидания. Извините. Всего доброго. Занят? В отличие от тебя, всегда занят. Знаешь, твои бродилки и стрелялки не в счет. На, вот, посмотри. Что это? Это номер банковской карты Кристины Ищук. Посмотрим, какие делала покупки и когда. Хорошо, но зачем, если мать подтвердила алиби, и потом? Ты правда веришь, что девочка могла зарезать отца? Нет, я не верю, но ты же знаешь, какие бывают сюрпризы. Тем более Ищук не прятался бы от дочери в шкаф. Ну это да. Давай просто посмотрим, нет ли сюрпризов, чего разглагольствовать. Опа, сюрпризы есть. Что там? Семейство Ищуков нам опять соврали. Кристина сделала покупку в хозтоварах. Что купила, неизвестно, но было это в 22:10. В 22:10? Вот тебе раз. Значит, на момент убийства Кристины все-таки дома не было. И что она хотела купить в хозтоварах? Да, в общем-то, любой предмет, который может испортить щиток серверный. Ну, чтобы вывести из строя камеры наблюдения. Давай-ка я с этой Кристиной поговорю у нас. Расставим все точки над «и». Спасибо. Спрашивайте, что хотите. Мне скрывать нечего. Один раз вы уже нас обманули. Ваша мама сказала, что в тот вечер вы были дома, а у нас есть данные, что вы выходили. Можно узнать, куда, зачем? Я Просто решила прогуляться. Я не очень хорошо себя чувствовала. Вот решила воздухом подышать. Угу. Дышали, дышали и забрели в хозтовары. В хозтовары? Не помню. Ну, да, я заходила купить, мне надо было кое-что для учебы. Скотч там, клей, бумагу. Ну, ясно, ясно. Покажите свою руку. Закатите рукав. Вы что думаете, я наркоманка, что ли? Нет. Я думаю, что у вас неврофиброматоз. Могли бы спросить, я бы вам и так подтвердила. На теле вашего отца была обнаружена кровь убийцы. Анализы показали, что у убийцы неврофиброматоз. Да что вы такое говорите? Это не я. Я же любила своего отца. Но... Да вы успокойтесь. Говорите, анализ показал неврофиброматоз? Совершенно верно. Извините. Да. Сейчас буду. Я на секунду. Ну, я здесь. Прости, что отвлекаю тебя от допроса. Да ничего. Но у меня есть данные, которые могут изменить его ход. Какие данные? Так, вот и я пришел послушать. А вы… Работа у меня такая. Ну? В общем, я закончила анализ крови Кристины и провела тест ДНК на совпадение ее крови и крови на руках Ищука. Отлично. Есть совпадение? Частичное. А что значит частичное? А вот так. Кровь на руках Ищука частично совпадает с кровью Кристины. А это значит, что это не ее кровь, а кровь ее ближайшего родственника. Родственника, у которого тоже есть неврофиброматоз? Совершенно верно. Я же говорила, что это на 50% наследственное заболевание. И это кровь одного из ее родителей. Так, подождите, я запутался. Ни у Веры, ни у Ильи Ищука не было такого заболевания. Все верно. А ты еще не понял? Ну, не совсем. Илья Ищук, не родной отец Кристины. Вот так номер. Ну что ж, придется уже в третий раз побеспокоить Веру Ищук. Пусть даст нам объяснение. Но Кристину можно отпускать. Иду. И снова здравствуйте. Опять вы? Вы что, издеваетесь? Послушайте, у меня обеденный перерыв заканчивается. Мне нужно успеть кое-что сделать. У нас пару вопросов. Никаких вопросов. Вопрос касается вашего мужа, первого мужа. А, моего первого мужа? Кристина ведь не дочь Ильи. Расскажите нам о первом муже, пожалуйста. Миша, он ужасный человек. Он поразил меня своей уверенностью в себе. Я вышла за него замуж, но это все была иллюзия. Послушайте, вы уверены, что вам все это нужно знать? Абсолютно. Более того, это очень важно. Мы жили в маленьком городке. Он начал выпивать. Изменял мне. Бил меня. В конце концов, я написала заявление в милицию. И... его осудили на 3 года. Все. И вы уехали? Ну, конечно. Кристине был тогда годик. Я просто собрала вещи, взяла ребенка и уехала. И с тех пор вы не слышали о первом муже? Поверьте, за прошедшие 18 лет я слышу о нем впервые от вас. Послушайте, почему он вас заинтересовал? У нас есть улики и... все основания полагать, что это он убил Илью. Только вы не беспокойтесь, не переживайте. Мы его обязательно найдем. Михаил Торцев, 42 года. Первый муж Веры Ищук. судя по медицинским записям, страдает от неврофиброматоза. Который передался его дочери на генетическом уровне. Его посадили на 3 года за насилие в семье. Не только. Дальше читай. А через полгода, как он вышел, он снова сел. А, да, вижу. Так, разбойное нападение, приведшее к смерти потерпевшего, 12 лет. Вот почему он себя не проявлял все это время. Да, а когда он освободился второй раз, он начал искать свою беглую жену, которая якобы похитила его дочь. Ну, по большому счету, это и есть похищение. Суд должен был лишить Торцева родительских прав, а затем уже жена могла забрать свою дочь. Она боялась. Здесь тоже можно сделать скидку на обстоятельства. Ну ладно, сейчас разговор не об этом. Так, известно, где он живет? Да, он указал адрес переосвобождения. Ну что, наведаемся к этому адресу. Нахрен. Михаил Торцев, вы задержаны по подозрению в убийстве. Стойте, я не Торцев. Я Киря Пивнюк. Торцев мой сосед. Документы в тумбочке. Мы приносим свои извинения. Только зачем вы в агентов бросаете бутылками, а? Кто же знал, что вы агенты? Просто Торцев при освобождении указал этот адрес. Да, мы вместе сидели. Только я вышел раньше на год. Я предложил ему вместе кантоваться пока. А что, Миха? Так и вляпался опять. Так и вляпался. Вы знаете что-нибудь? Не, вообще голяк. Тогда поехали с нами. То с какого перепугу? Ну, будем проверять... Как вы соблюдаете условия досрочного освобождения? Ладно, начинаете тут. В понедельник Миха вернулся домой часов в 11 вечера. Руки у него были в крови и порезы на ладони. И что он сказал? Чего? Я не влезал. Где сейчас его можно найти? Не знаю. Шел еще утром, сказал, что к давней подруге. Это все. Ну что, тебе удалось отследить мобильный Торцева? Нет, мобильный отключен, но я нашел кое-что не менее интересное. Ну давай, рассказывай. Оказывается, Кристина Ищук уже некоторое время ведет переписку со своим отцом. Я про Торцева. Ну это я понял. О чем разговор? Ну, Торцев написал ей пару месяцев назад, сказал, кто он, пишет, что раскаялся, хочет ее вернуть и просит дать шанс исправиться. Что, Кристина? Поначалу она не шла на контакт, но потом понемногу начала отвечать, причем втайне от матери. Что, Торцев просила личной встречи? Именно. В день убийства Кристина не просто вышла подышать. Она ему назначила встречу в кафе в 22:00. Сообщение он не прочитал. Он, видимо, готовился к реализации своего плана нападения на Ищука. Вот оно как. Причем после этого Торцев пытался ей написать, но Кристина уже заблокировала входящий от этого контакта. Ясно. Торцев опасный тип, и если Кристина его разозлила, он может попытаться ее похитить, если не вышло по-хорошему. Или того хуже. Да, нужно срочно отправить оперативников в дом Ищуков. Брось пистолет на землю, быстро! Ага, вот прям сейчас. Отпустите ее, и мы поговорим. Я не говорить пришел. Вы вообще знаете, что сделала эта дрянь? Она ребенка у меня украла, а затем сбежала. Как бы вы поступили на моем месте? Сначала я бы сел за стол переговоров. Переговорил бы с ней, а затем… А затем я вышибу ей мозги, прошли сюда! Тихо. Вам лучше успокоиться, это улучшит ваше положение. Да, я знаю эти байки. Все равно пялите по полной. Значит так, никто не пострадает. Если вы сейчас опустите оружие, я уйду. А Кристина пойдет со мной. Нет! Заткнись, дура! Вам лучше успокоиться, вам далеко не уйти. Да, это мы посмотрим. Сюда иди! Хорошо, я пойду. Не смей! Оружие, я сказал! Все. Пошли. В тюрьме тебя заждались. Да, вот так бывает. От мотивации на преступление до его реализации прошло 18 лет. Именно тогда Торцев впервые поднял руку на свою жену. Вы знаете, правильно она сделала, что забрала ребенка и сбежала, пока муж был в тюрьме. Ни одна нормальная женщина не стала бы такое терпеть. Ну да. Поначалу Вера даже подумала, что история с мужем закончилась. Она повторно вышла замуж, фамилию поменяла, но через 18 лет ее муж объявился снова. Знаете, мне что-то подсказывает, что Торцев больше хотел отомстить жене, чем вернуть дочь. Но вот не верится, что вдруг у него проснулись отцовские чувства. Торцев поначалу решил наладить контакт со своей дочерью напрямую. Начал переписку с ней в интернете. Но Кристина на контакт не пошла. И тогда он реализует задуманное. Узнает, где находится новый муж его бывшей жены и убивает его. Интересно, что именно в этот день Кристина решила дать шанс ему пообщаться. Но из-за совершения преступления встреча так не состоялась. А если бы они все-таки пообщались, это как-то изменило бы ситуацию или бы только усугубило?